Приветствую, братья и сестры. Мы приехали из города Тимашевска в составе 50 человек, группа молодежи. Очень рады, очень благодарим за ваш теплый прием. Мы сейчас пропели хоровое произведение на текст из Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир». Иисус Христос – это центр наших проповедей. Иисус Христос – это центр нашей жизни и центр нашего поклонения, центр все, о чем мы здесь говорим, поем и учимся. Сегодня я тоже хочу поговорить об Иисусе Христе, и в основании я хочу взять текст из Евангелия от Луки. 15 глава, 1-2 стих прочту, потом скажу, о чем мы будем с вами говорить. «Приближались к Нему мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Евангелие от Луки отличается от других Евангелий тем, что оно было написано по тщательному исследованию. В Евангелии от Луки соблюдена хронология событий. И когда мы читаем Евангелие от Луки, мы знаем, что здесь есть точное назначение каждого слова, каждой притчи, каждого текста. И когда мы читаем Евангелие от Луки, 15 главу, мы видим, что здесь Иисус Христос обращается к фарисеям и говорит им несколько притч. По какой причине Христос говорит им притчи, которые будут в 15 главе? Потому что приближались к Нему мытари и грешники, фарисеи же и книжники роптали, говоря, что Он принимает грешников и ест с ними. И на это Иисус Христос говорит три очень известные притчи. Настолько известны, что их знает весь мир. На картины из этих, на тексты из этих притч пишут художники картины. Композиторы пишут музыкальные произведения и музыку. Эти притчи, первая притча о потерянной овце. Теряется одна овца, пастырь оставляет 99 и идет искать одну заблудшую. И когда написано «он находит», он делает праздник. Он делает праздник, потому что он нашел эту овцу. Следом за этой притчей идет другая притча, когда женщина потеряла одну драхму. Драхма – это, видимо, антиквариат, денежная единица, это было что-то ценное. Она потеряла и написано «тщательно мела в доме, чтобы найти ее». И вот она находит эту драхму. И делает тоже праздник по причине того, что она нашла. Собирает соседей, подруг и делает пир. Следом идет третья притча. Притча о блудном сыне, наверное, она самая известная. И не случайно, потому что она является кульминацией мысли, которую Иисус Христос хочет донести по причине того, что книжники и фарисеи роптали, что Иисус Христос есть с мытарями и грешниками. И эта притча о чем? О том, что теряется тоже. Младший сын, было два сына у отца, один уходит, берет часть имения, второй сын остается. Что интересно, что третья притча, она заканчивается трагически. Почему? Потому что старший сын не возвращается в дом, хотя отец его звал, чтобы по причине того, что вернулся младший сын, отец сделал пир, и вот старший сын не заходит. Когда мы смотрим в контексте всей главы 15, мы видим, что цель написания третьей притчи о блудном сыне, она имеет конкретную задачу. Какую? Ответить фарисеям на то, что они роптали. И поэтому она была предназначена фарисеям и книжникам, которые роптали по причине того, что Иисус Христос ест с младшими братьями. Чем похожи все эти притчи? То, что что-то теряется. В первой притче потерялась овца, во второй притче потерялась драхма, в третьей притче потерялся младший сын. Что интересно, что в первой притче находит добрый пастырь овцу, во второй притче находит драхму женщина, в третьей притче младший сын возвращается сам, его никто не находит.
И историки говорят, и богословы говорят, что, скорее всего, здесь речь идет о том, что в восточной культуре старший сын несет ответственность за младших братьев. Это не только в восточной культуре. Если мы замечаем по нашим семьям, у кого многодетные семьи, или кто старший в семье, мы знаем, что старшие в семье имеют такую подсознательную опеку над младшими детьми. Я вспоминаю себя маленьким, у нас тоже большая семья, 8 мальчиков и 2 девочки, и у нас был старший, есть старший брат. И мы с младшими братьями решили покататься на лодке, мы живем возле реки. Лодка была скоростная, она как бы сделана так обтекаемо, чтобы хорошо и быстро шла по реке. И вот старший брат сидит за веслами, я сижу сзади, на носу сидит младший брат, ему было годика, может быть, 3,5, может быть, 4. И мы, не доплывая к берегу, младший брат решил прыгнуть с лодки. Скорость была большая, младший брат прыгает с лодки, и он исчез под водой, его нету. Я вспоминаю, потом анализирую все эти события, старший брат сидел за веслом, и не прошло секунды, как он мигом очутился в воде и достал младшего брата. Я потом думаю, почему у меня не возникла мысль о том, что надо быстренько прыгнуть, чтобы спасти младшего брата, который упал. И у нас было очень много событий, когда старший брат спасал. У старших братьев в подсознании есть то, чтобы нести опекунство над младшими братьями. И здесь тоже старший брат, он должен был пойти и вернуть младшего брата в отцовский дом, но он этого не сделал. И здесь Христос противопоставляет себя фарисеям, что я являюсь тем старшим братом, который вернулся и пришел на эту землю, чтобы вернуть младших братьев, а вы препятствуете им. Вы не хотите, чтобы младшие братья приходили к Иисусу Христу, приходили к Богу. Я хочу задать несколько вопросов, 2 вопроса всего, и ответить на них. Что открывает нам вот эти 3 притчи? Или что открывает притча о блудном сыне? Первый вопрос, кто такой Бог? Бог в этой притче тот, который любит, когда я не люблю. В этой притче есть 2 младших брата. 2 брата, один старший, другой младший. Оба брата на самом деле не любили отца. Почему? Потому что младший брат взял часть имения от отца, ему отец не нужен был, ему нужно было от отца имение, и он пошел, растратил это имение в другой стране. Старший брат тоже, мы думаем, ну старший брат, он лучше намного, потому что он остался в отцовском доме. Но когда мы будем исследовать, мы видим, что он не любил отца, потому что он хотел от отца. Он потом предъявляет отцу претензии, что ты мне и козленка не дал повеселиться с друзьями своими. Отец удивляется, сын, все мое твое. Почему ты не радовался, почему ты не наслаждался тем, что находится в этом доме? Почему старший сын недоволен возвращением младшего брата? Потому что с младшим сыном опять придется делить имение после смерти отца. И мы видим, что старший сын тоже не любит. Он хочет от отца, но отца не любит. Бог не такой. Иисус Христос не такой. Он приходит на эту землю, и Он любит нас, когда мы Его не любим. Чем отличается наша любовь? Наша любовь, на самом деле, она немножко поражена грехом. В каком смысле? Мы привыкли любить за что-то. Иногда говорят, я тебя люблю, потому что ты красивая, я люблю тебя, потому что ты вкусно готовишь, я люблю тебя за то, за то, за то. Но настоящая любовь, Божья любовь, она безусловная. Она любит, потому что любит. Это трудно объяснить. Нас так любит Бог, нас так любит Иисус. Иисус приходит на эту землю, Он спасает нас и возвращает нас к истинному счастью. В этой притче мы видим еще одну деталь, очень важную, что у человека есть ценности. Есть стремление к какому-то счастью. Младший брат или младший сын, он думает, что если я сделаю вот это, возьму вот эти деньги и там найду счастье, но он счастья не находит.
Старший сын тоже. Он думает, что я найду счастье, хотя он жил в отцовском доме, но не пользовался счастьем, которое у него в принципе было. И здесь Бог нам открывает истинное счастье, что настоящее счастье, оно заключается в том, чтобы любить Отца и наслаждаться тем, что любит Отец, и наслаждаться тем, и иметь те ценности, которые ценности у Отца. Вот истинное счастье. Братья и сестры, Бог наш Творец, Бог наш Отец, и Он знает, что нам по-настоящему нужно. Но мы, подобно старшему и младшему сыну, думаем, что счастье нам принесет то, другое и третье. И посмотрите, старший сын, имея все потребное для жизни и благочестия, как мы читаем в Новом Завете, он не радуется, он печалится. И отец не понимает, почему старший сын. Братья и сестры, так бывает в нашей жизни. Мы зачастую во второстепенных вещах думаем найти счастье. Но у нас есть традиционные ценности. Это дом, семья, дети, машина, здоровье. Ну, можно этот список перечислять. Но человек, достигая то и другого, он не находит счастья. Почему? Потому что он слишком много делает нагрузки на эти вещи. На жену, на мужа, на детей. И потом груз этих ожиданий не выдерживает, он ломается. Я очень люблю приводить пример, который я слышал. У вас очень много и красивая природа, красивые парки. Вы ходите туда, чтобы там наслаждаться и видеть красоту парков. Но есть люди, которые в парках живут. В чем разница? Люди, когда превращают парк в жилье, они портят это место. Они портят свою жизнь. Мы знаем, что парк не предназначен для того, чтобы там жить. Точно так же и наша жизнь. Мы, бывает, ставим акценты на детей, мужа, жену. Достигая этого, мы понимаем, что это нам счастье не приносит. Счастье приносит только тогда, когда мы во главу угла поставим Бога и Иисуса Христа. И тогда мы сможем по-настоящему наслаждаться чем? Тем же парком. Не жить там, а наслаждаться красотой. Вот так бывает и наша жизнь. Когда в нашей жизни глава Отец, когда в нашей жизни глава Иисус, тогда мы способны по-настоящему наслаждаться традиционными ценностями. Тогда мы можем по-настоящему наслаждаться семьей, мужем, женой, детьми, и парками, и машиной, и всеми остальными вещами. Но когда мы делаем это, на это акцент, ставим во главу угла, это разрушит нашу жизнь. 2-3 раза говорит Бог с человеком, чтобы уберечь душу его от смерти. Бог настолько нас любит, и Он спасает нас, чтобы вернуть нас к настоящему счастью, которое заключается в Отце. К сожалению, ни младший, ни старший сын этого не понимали. Как спасает нас Иисус? Однажды было свидетельство одного брата, который уверовал в нашей церкви. Он сказал: «Я начал сомневаться, что есть Бог». И однажды, выйдя из собрания, я подошел к остановке, льет сильный дождь. Я говорю: «Господи, если Ты есть, пускай дождь прекратится». И он с ужасом обнаружит, что дождь перестал. Когда я слышал этот пример, я подумал: «Господи, кто я такой, чтобы мне, глупому человеку, объяснять, что Ты есть? Почему Бог это делает? Потому что Он нас любит. Он нас очень сильно любит». Однажды один проповедник рассказывал о звездах, показывал их размеры. Настолько там красиво, настолько это умно, продуманно сделано, что Бог, Он настолько велик, что это за гранью нашего понимания. И он показывал размер этих планет, и кульминацией его рассказа было то, что он показывает картину нарисованного Иисуса Христа в терновом венце. И говорит: вот тот, из уст которого вылетали эти огромные красивые планеты, который премудро все создал. Зачем Бог это делает? Зачем Иисус это делает? Потому что Он нас любит. Историки говорят, что когда распинали Христа, Его прибивали не в ладонь, а ниже. Потому что если бы в ладонь прибивали Христа, то порвалась бы ладонь и не выдержало бы тело. Но в этом месте медики говорят, что есть нервные окончания. И когда гвозди пробивали это место, то это была самая сильная боль, которую может терпеть человек.
Мало того, что Иисуса Христа прибивали гвоздями в это место, для того, чтобы вздохнуть, ему нужно было подтянуться, вновь и вновь испытывать эту боль, чтобы вздохнуть воздуха. Потому что, когда тело висит в таком положении, чтобы дышать, нужно было подтянуться, потому что легкие наполняются водой, чтобы просто вздохнуть. Каждый раз он испытывает эту боль. Почему? Почему распятый Иисус Христос это делает? Потому что Он нас любит, и Он спасает, чтобы нас, младших и старших братьев, привести к Иисусу Христу. Второй вопрос. Кто я в этой притче? Здесь есть младший и старший сын. Муди, когда говорил проповедь на эту тему, он говорил, что я скажу тему на проповедь о двух блудных сыновьях. Когда мы читаем Вильгельма Буша книгу «Приди домой», мы тоже видим, что и младший, и старший брат или сын, они имеют одну проблему. Какую? Я хочу не отца, а я хочу от отца. Здесь нет третьего варианта. И Христос в этой притче показывает нас с вами. И Он задает вопрос, кто ты? Ты младший брат или старший? Ты младший сын или старший? Третьего варианта нету. Мы можем тяготеть либо к первому, либо ко второму. И когда Иисус Христос говорит эту притчу, Он говорит это тем людям, чтобы они могли увидеть, а кто я? Люблю ли я младших братьев? Люблю ли я Бога? Какие у меня ценности? В чем отличие все-таки этих двух? Один увидел свое положение, а второй так и не увидел. Один увидел, что ему нужен отец, что настоящая ценность в Боге, в отце. Старший брат этого не увидел, и в этом была его трагедия. Так кто же я? Я эгоист, мне нужен отец не потому, что я его люблю, а потому, что я от него хочу что-то получить. Вот к чему мы тяготеем. И когда мы исследуем нашу жизнь, когда мы исследуем вообще приход человека к Богу, обычно люди к Богу приходят потому, что у них есть какая-то потребность. У них есть скорбь, они хотят разрешить какие-то вопросы, и Бог это делает. Но со временем, в процессе ученичества, мы видим, что настоящая ценность, она в другом – иметь Бога. Но старший брат, он так и не дошел до понимания, что настоящее счастье – это в Боге. Любить Его, иметь отношения с Ним. Старший не любит, и он противопоставляется в данном случае здесь Иисусу Христу, который явился настоящим братом, пришел на эту землю, чтобы привести нас, заблудших детей, к Богу Отцу. Что предлагается в этой притче? Понять, что тебе и мне по-настоящему нужно. Бог нам предлагает дом, Бог предлагает отца, Бог предлагает отношения. Мы в этой притче видим традиционные ценности, которые есть у человека. Тоска по дому. Дом – это то, к чему мы все стремимся. Уют, семья. И Бог нам говорит, что если ты придешь ко мне, я тебе все это дам. Кстати, когда мы читаем в Откровении, мы видим, что на небесах будет нечто подобное. Во-первых, мы придем домой. Во-первых, мы будем с отцом иметь отношение близкое. Во-вторых, будет пир, как в этой притче. Бог сделает пир по случаю воссоединения нас с Иисусом Христом, воссоединения нас с Богом. И это все Бог хочет дать не только нам на этой земле наслаждаться этими вещами, но Он говорит и хочет привести нас к небесам, где мы увидим настоящее счастье, настоящее удовлетворение отношения с Ним. Но здесь Бог говорит в этой притче, что главное – отношение. Когда мы изучаем и смотрим на жизнь Иосифа, почему он имел силу противостоять греху? Потому что он понимал, что если я сейчас делаю грех, самое дорогое, ценное – это отношение с Богом я потеряю, потому что написано «Господь был с Иосифом». Вот что самое ценное, что смогло сохранить в нем стержень, силу, потому что самое ценное у Иосифа – это было отношение. И поэтому истинное счастье заключается в том, чтобы иметь с Богом отношения. Все остальное мы сможем наслаждаться, если у нас будет глава «Бог». И второе, Бог не заставляет.
ты можешь сам выбрать. Старший сын обиделся. Старший сын не зашел на пир, который приготовил отец по возвращению брата. И трагедия в том, что старший сын выбрал не то. Братья и сестры, у нас есть сегодня с вами выбор. Бог предлагает нам истинную ценность. Радоваться тому, чему радуется отец. Иметь отношения с Богом Отцом. Вот что значит настоящая ценность. Бог сегодня предлагает смотреть на младших братьев и понимать, что я не лучше его. Я такой же, как и он, в лице старшего брата, который не хочу Бога, а хочу от Бога. И мы сейчас помолимся и поблагодарим Господа за то, что Иисус явился старшим братом, чтобы привести нас и старших, и младших детей к Богу Отцу. Поблагодарим Его за это и помолимся, чтобы Бог помог нам понять, что только в Нем истинная ценность. Понять, что мы должны любить Его и радоваться тому, чему радуется Отец. Только в этом наше настоящее истинное счастье. Помолимся об этом. Аминь.